Лучшие бомбардиры топ-5 лиг с постсоветского пространства. 10 место. Эрик Асадурьян. Почти неизвестный отечественному болельщику форвард всю карьеру провел во французских клубах. Чаще всего отличался за Лиль в первой половине 90-х, также забивал за Тулузу и Лион. 9 место. Владимир Бесчастных. В 1994 году перешел из Спартака в Вердер, однако больше запомнился по выступлениям за испанский Расинг. На счету Бесчастных 28 голов в 140 матчах в премьере. 8 место. Марьян Пахарь. Легенда Саутгемптона первой половины нулевых в сезоне 99-2000 забил 13 голов в АПЛ, а в сезоне 01-02 – целых 14. 7 место. Игорь Колыванов. В первой половине 90-х выступал за Фоджу, а во второй – за Болонью. Лучший результат Колыванова – 11 голов в серии А в сезоне 96-97.